Не хочу. Мне жаль. Я не могу. Я не могу стать твоей женой. Почему, Эйлюль? Почему? Аднан, я гостю еще не вышел из своей комнаты. Я уже начала переживать. Ничего не случится. Он взрослый мужчина. Немного погрустит, подумает и забудет. Не лезь. Вчера вечером голова разболелась. Из-за того, что я много думала, я не могла заснуть. Но почему Эйлюль так поступила, Аднан? Вначале она выступила против всех. Взяла и сбежала от своего мужа к Ягызу. Она говорила, я люблю его и готова на все, готова умереть. А сейчас она говорит, я не хочу. Я понять не могу, почему она так поступила. Потому что Ягыз по судьбе мне идет. Вот в чем дело. Когда приходит бедность, любовь сразу уходит из окна, госпожа Нармин. Когда эта девушка поднимала общественность, зовя Ягыза, она думала немного о другом. И интересовала золото, машины, дома. А когда наш малый бросил все деньги и остался без денег, она сказала, ну давай, удачи, и ушла. Мне казалось, что Илью не интересуют деньги, но не знаю, Аднан. Даже, ну... Она восстала против семьи своей, понимаешь? Чего ей только не пришлось пережить, она пережила ради Ягыза. Хорошо, но когда она полюбила Ягыза, все было по-другому, Нармин. У нашего паренька были деньги, папаши, а также золото и машины последних моделей. Она подумала, что избавилась от бедности, что стала невесткой в семье Аги. В это время наш парень отказался от богатства. И она осталась ни с чем. Все, что нужно этой девушке, это деньги. Не любит она нашего паренька. Денег не осталось, вот она и ушла, вот и все. Сынок, доброе утро, Лех мой, проходи. Сынок, все нормально, мой хороший. Мелек, налей-ка нам чай. Я хочу с сыном хорошенько позавтракать. Знаешь, мы соскучились. Проходи, сынок. Вы кушайте, я выхожу. Сынок. Сядь и покушай что-нибудь, пожалуйста. Столько времени ты ничего толкового-то не съел. Ты ничего не кушаешь, ну же. Я сказал, у меня дела, мама. Я поеду к Эйлюль. У нас с ней есть незакрытый вопрос. Я встречусь с ней. Ягод, стой, не глупи. Сынок. Сынок, ради бога, стой, не уходи. Ягод, не глупи. Эта девушка тебе вчера все сказала. После этого, как ты вообще можешь появляться перед ней? Сынок, послушай, она тебя не хочет. Ты слышал, что она вчера сказала? Мы все были поражены. Если ты сегодня пойдешь, она сильнее ранит тебя. Она делает больнее твоему сердцу. Не надо, дитя мое, что-то здесь есть. Есть что-то, о чем я не знаю. Иначе Эйлюль бы так не сказала. Она бы не отказалась от меня. Сынок, если было бы что-то, ты когда бы спросил, она бы сразу сказала бы. Но видишь, она ничего не сказала. Она сказала, я не люблю тебя, не хочу видеть в своей жизни, пошел вон. Сынок, из-за нее ты повернулся к нам спиной, однако мы все же тебя не обидели. Купили цветы и шоколад и пошли просить ее. Сынок, послушай, отец все сказанное забыл. Только для того, чтобы ты был счастлив, он все забыл и пошел к их дверям. Но что сделала Эйлюль? А? Вот что она сделала? Она все забыла и сказала «нет». Не хочу, сказала. Что еще тебе нужно? Но почему, мама? Почему? Мы с Эйлюль голодали вместе.
закрыли глаза на то, что мы были нищими. Но мы не отказывались от нашей любви никогда. Я почти отказался. Она меня вдохновила. Сказала, не надо, мы сможем. Ну а почему я сейчас? Почему я сейчас отказываюсь от любви, вот скажи? Эллин не такая. Она ради имущества не откажется своей любви, уж точно. Что-то здесь не так. Я это знаю. Я узнаю правду. Сынок. Сынок, стой, не... Нэрмин. Шагай, мы тоже едем. Да, давай. Надо что-нибудь одеть обязательно.